Приветствую, друзья мои, дядюшка Бамбуцу. Вот я всегда, точнее, очень редко записываю какие-то процессы во флейтостроении, в настройках, такими совсем крупицами все это рассыпано по блогам моим и по каналу. Просто, ну, как-то вот связано с тем, что странно здесь, да, ну, то есть, как бы, такие нюансы, которыми, по сути, поделиться можно только с, ну, как имеет такой вот как смысл, только с теми, кто сам погружен в это, в этот процесс. И вот будет и понятен контекст, о чем речь идет, и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, это когда там встречается там один высший какой-то там математик или там и другой, вот они там какими-то формулами обмениваются, им понятно, да, что там вот как бы. Вот. А, допустим, если этот высший математик начнет эти формулы там выставлять, то большинству будет непонятно, что там, что-то там, вот, там, скажи, вот, дважды два сколько, вот это будет понятно. Вот. А это не в том смысле, что, опять-таки, не поймите неправильно, что это там что-то там с вами не так, или я что-то там так. Смысл вот, вот как бы в этом. И, но иногда бывает, просто побеждает контекст. Контекст вот... общий контекст. То есть, вот, например, сейчас как это объяснить, несколько флейт в работе, и вот есть такие сочетания звуков, хи-фу, верхние, часто использующиеся в хонкёку, то есть вот... Значит, и они, ну, и хорошие настройки, они вот так хорошо идут. Когда флейта настраивается, бывает, там блуждают. Но они как бы звучат. И они, причем, звучат даже, ну, вот есть флейты совсем с большим объемом, совсем кручику, совсем здесь далеко от классики, а далеко от всего-всего-всего-всего. Но даже здесь... хоть и криво там, ну и тем более на стадии настройки, они могут прозвучиваться. Ну, то есть с определенной подачей все равно прозвучивается. Но вот сейчас еще одна там флейта вот в работе. И здесь очень прекрасно у нее все. Даже у есть верхняя и с двумя идет, что не часто для хочику, то есть даже вот на этой флейте, ну, прозвучивается, но тоже как бы, то есть в некоторых флейтах эти вот проблемные места — это вот эти у верхние, а здесь вот, допустим, все идет, и как бы, ну, по умолчанию вот как бы 100% должно быть здесь и вот это. И что мы видим? И вот первый звук вообще отсутствует, второй. То есть такое происходит остановка, как бы, типа, как это может быть, что... Ну, то есть сочетание, да, это вот, когда у вас не умещается, да, там, вы видите какое-то событие, ну, там, я не знаю, человек весом 50 килограмм берет штангу 100 килограмм и поднимает ее там 10 раз, и вы сразу, как, не может быть, что-то здесь не то, то есть какое-то такое несоответствие, несочетание, вот. И вот здесь такое... И как бы этот звук отсутствует. И сразу вот возникает такой вот этот вопрос, где, что, как, чего, почему. И вот начинается этот, начинаются какие-то проверки. Смотришь, здесь там все вроде отлично, тут все на месте. Предположения и так далее, и так далее. То есть наступает период какого-то исследования. Вот, и это такой случай, он просто, вот он, там, не знаю, 10 лет такого я не встречал, и вот он раз, и встретился, да, и что это такое, допустим, да. И периодически, вот, на протяжении лет,
такие возникают какие-то разные странности. Вот. Один раз было лет 10 назад, значит, у одной флейты была такая маленькая дырочка размером с гвоздик. Ну, какая-то досталась мне бамбучина, то ли она на складе была там как-то просверлена, то ли пробита, то ли что-то. Ну, в общем, там оказалась такая маленькая дырочка, то есть она не мешала, скажем, тому, что, в принципе, звук выдувался, то есть она была небольшая, ну, то есть совсем маленькая. Но когда наступил момент выдувания нижнего звука, нижний звук не шел. И я сначала не мог понять, ну как, все на месте, все здорово, все, а этот звук не идет. И потом, когда я внимательно присмотрелся, обнаружил, да, то есть, вот, тут тоже я сейчас уже такой раз проглядываю, вдруг чего-то тут как-то я проглядел или что-то, ну, вроде пока не обнаруживаю, да, то есть, соответственно, сейчас буду как бы сканировать, ну, методом от противного, что-то закрывать, что-то открывать, увеличивать канал, там, удлинять и так далее, чтобы понять вообще, вот, от чего это произошло, да. То есть это не стандартная как бы вот процесс, ситуация. Вот тут я уже, допустим, знаю, что делать, дорабатываю, сейчас вот уже настраиваю все флейты вообще, прям вот там все, да, то есть я их уже завершаю, и здесь как бы нет вот этих, и не должно быть как бы по идее этих сюрпризов, потому что уже все процессы завершены, так сказать, основные. А вот здесь что происходит? Непонятно. Вот, пожалуйста, да, то есть, и это один из, ну, как бы, опять-таки, один из каких-то случаев, то есть, в каждом случае, там, вот в этой флейте своя, и там, история уже, там, тут больше диаметр, больше какие-то там перегородки, ну, то есть, в каждой ситуации что-то постоянно свое, да, то есть, это вот именно к вопросу, чем отличается, да, там, вот, есть, делают, там, из пластика и так далее, там уже больше, ну, просто следует инструкции какой-то, да, и, ну, результат там плюс-минус, так сказать, будет одинаковый, если все соблюдать. А вот с Хочику и с большими там каналами, с натуральными вот этими бамбуками, которые каждый индивидуален, да, с какими-то вот, ну, вплоть до того, что вот там вдруг в этом бамбуке какая-то там внутренняя там ложбинка, да, какая-то природная там, допустим. Но если ты не знаешь об этом, ты будешь не понимать, а почему вот этот звук, он там так звучит, да, то есть нужно, скажем, исследовать, да, это, то есть вот что там, может быть, там какой-то скол или что-то еще, ну, то есть это нужно все очень хорошенько понять. И, опять-таки, какой-то материал, может быть, нужно убрать, да, лишний, а какой-то материал нужно, может быть, наоборот, добавить, да, ну, то есть это все нужно предварительно. Огромная идет работа ума, интуиции, чувства и так далее. То есть вещи, которые, ну, как бы можно назвать их эфемерными, потому что они не исчисляются никакими там цифрами, числами и так далее. Да? Что это за работал над флейтой полгода, там, скажем, да, что это за работал, да, то есть каждый день пилил, что ли, вот сидел. Нет, это не так означает, что это вот там молотком стучал. Нет, это другая работа. Это вот, ну, отчасти как вот ученые там и так далее, они работают в том смысле, что они погружаются, да, то есть вот здесь такое происходит. Вот, и задача вот раскрыть каждый инструмент, да, опять на каком-то его уровне, да, то есть понятно, что, то есть есть какая-то, скажем, там, ну, флейта там попроще, вот там, скажем, там, где я делаю для ученические там интро, да, тут уже более предсказуемо для меня, но все равно понятно, что я не буду с ней работать там целый год или что-то такое, но тем не менее тоже бывают такие в простой ситуации бывают какие-то вот такие вот тонкости. Поэтому ничего не поддается какой-то прям вот строгой квалификации или какого-то там, ну, то есть это не так, как на, ну, условно, производстве, да, первой категории, вторая, третья, то есть уже в первой там это вот так, второй так и так, то есть они не пересекаются. Здесь всегда вот происходит биение жизни, да, то есть бывает, что
попроще флейточка, но приходится вот с ней что-то так вот раз-раз. Вот бывает, прям происходит все очень прям вот чух-чух-чух-чух-чух, гладко, хорошо и вообще как бы и в самых выдающихся инструментах такое бывает. И всякое бывает, то есть нет такой гарантии, нет алгоритма, нет... Вот пример, да, где это. О! Вот так ее и нет. Вот с этим прикрытием немножко она проскользнула у вас, значит, тут перегородка бьется куда-то, скорее всего. Вот сейчас будем это хорошенько. И на вот каждая перегородка на каком-то ведь расстоянии определенном находится. То есть следующий бамбук может быть похож, но у него перегородочка чуть-чуть сюда, с этой стороны и сюда, и уже ситуация будет другая, да? Ну, то есть это равносильно, как если бы, ну вот, допустим, так. Половинку, да, я открываю. То же самое и внутри, да, происходит. Там вот какая-то перегородочка, и уже какой-то звук раз. Там... А если будет... Вот я ему препятствие сделал специальное, то есть здесь чуть-чуть. И уже это повлияло на... Здесь, да? Но изменив тут, добившись этого звука, оказывается, раз, эта штука еще повлияла на эту точку, на эту и на эту, да. И добившись одного звука, вы теряете другой. То есть, и прежде чем что-то сделать, нужно умом, интуицией, чувством, опытом пройтись по всей ситуации, рассмотреть весь ландшафт, увидеть взаимосвязи. И только после этого делать действие. И опять не всегда это действие будет удачным. Опять нужно знать как бы пути исправления, отступления. В общем, здесь такая, как вот у этих там у военных там наступление, отступление, там все вот эти вот наука своя, да. Вот. И бамбуковая вот наука целая, огромная. То есть целая вот. Целая такая история. Вот, друзья мои, таким делюсь. Тоже опять моментов много. И опять-таки не знаю, насколько это вот... Здесь просто контекст я уловил вот этот вот и рассказал, да. А так-то понятно, что ничего не понятно, да. То есть для начинающего, что там сидит дядька какой-то, что-то там не звучит у него. Сидел бы вот так и медитировал. Все отлично. Но вот у нас свои моменты.